Потому что игра на самом деле очень древняя, древняя, древняя. Ее просто возродил Хариш Джохари из семьи браминов. Он сам был брамином. И, как мы знаем, в Индии хранят традиции, передают из поколения в поколение. На самом деле можно получить осознание очень много. Чем мне нравится игра? Приходит каждому человеку по уровню, по его. Вот, то есть даются ключи, на что вы готовы, то вам и будет дано. Игра Лила состоит из 72 клеток. Центральная часть, вот это вот центральный канал, представляет собой позвоночник. То есть фактически это еще и наше тело, это еще и наше состояние. Позвоночник – это центр равновесия. Когда человек сгармонизирован, когда он идет, как канатоходец по канату, и сохраняет равновесие, не вдаваясь в эмоции, не вдаваясь в излишние свои какие-то состояния, тогда человек легко проходит поле, попадает там, на лестницы, которые его поднимают. Как только появляется любая мысль, а вот я лучше, чем подружка. Или там, ах, она опять туда попала. Или когда вы очень хочется выйти, хочу выйти, мне уже не все, мне не нравится. Тут могут быть слезы. Да, если будут у вас какие-то, пожалуйста, разрешайте себе поплакать. Рекомендую не вдаваться в большую радость и не вдаваться в печаль, потому что это не поможет. В итоге вот эти вот змеи, на которые мы попадаем, на голову змеи, которая нас кусает, и мы спускаемся вниз. То есть печаль, радость, любая гневливость, эго, хвастовство, вот это вот все мы сейчас будем очень-очень чувствовать. И здесь мы с вами играем в игру, которая называется «Жизнь» или «Вила». То есть здесь 72 состояния, но мы не проходим, мы не проживаем все 72 состояния. На 72 клетки мы не попадем в течение игры. Но попадем именно в те состояния, на те клеточки, которые мы уже по жизни, мы склонны к ним. То есть игра начинается с того, что мы сейчас с вами зарядим, откроем это поле. Все вместе станем кругом и откроем. То есть дальше начинаем выкидывать кубик. Все прям по очереди. Как только попадается шестерочка, значит человек родился. Значит, вы объявляете, я, Виктория, родилась. После этого я беру вас, и вы, когда объявили миру, вот мы все души с вами собранные там, где-то на небесах, ждем воплощения. Человек рождается, все, он идет на белый свет. Обязательно, что вы чувствуете? Как вы шли на землю на воплощение? С какими эмоциями, с каким состоянием вы шли? И когда вы наступили уже все, вы попали сюда в клетку игры, и игра начинается. То есть относитесь ко всему, как к игре. Вот абсолютно все. Вот это игра. Вот это вот игра. Все, что будет происходить, это игра.